Это где мы с тобой находимся теперь? Мы находимся в поселок Горный. Ага. И зачем мы приехали? Здесь добывают самый, как это, крепкий диабаз. Ну и живут хорошие люди. И я вот хочу тебя познакомить. Это Юрий Евгеньевич Тихончик, местный депутат, активист. Вот они собрались здесь сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Народный сход. Здравствуйте. Какая проблема? Что, зачем собирать людей? У нас сейчас в данное время со всего района начали вывозить на Горновский полигон мусор. Со всего Тогучинского района? Со всего района будут вывозить, да. Уже начали с Тогучина пока вывозить. А раньше как была ситуация? Ну, у каждого своего поселения была свалка и все. А сейчас вот с региональным оператором вот это связано. Сейчас решили нас к нам сюда. Одна узаконенная свалка в районе. Кстати, до этого полигона, напомнить хочу. Вот здесь буквально напрямую, метров. Как ветер дует, как сороки летают, 300 метров всего. От поселка, да, вот от места, где живете? А эти дома еще ближе. Здесь находится колония, где люди тоже отбывают наказание. Войсковая часть, мы здесь живем. Здесь вот идет сплошной лод. Засоп, пик Сталина и местный зовут. И впадает вот это все, паводки. Ливни, вся эта вот жижа, вся дрянь бежит по этому логу в речку Изу. Иза впадает в Иню. И несколько километров ниже, после этой Изы, жилмассив наш забирает воду для пользования жилмассива. И нам вот такой подарок. Будете начинать, да? Да. Ну это продолжение все той же мусорной аферы, как ты знаешь, да? То есть люди вот почему-то в этой стороне, и я знаю почему, потому что я это проговаривал и Андрею Александровичу Травникову, что вообще эту территорию надо беречь всеми силами. Собрали жители поселка Горный, проводят сход. Вот человек у нас живет, вот человек живет. За огородом, я могу сказать. Тут железная дорога и свалка. Это что? Померите, а потом возьмите. Нет, подождите, не мы. Но пока не построили на территории Тогучина, возле Тогучина современный полигон, по нему сейчас концессия подписывается, разрабатывается проект и будет строиться полигон с мусоросортировочным комплексом. И этот полигон пока будет работать. Зачем тогда будете возить на свои площадки? Тогучин не закрыт, Тогучин и возят Тогучин. Почему к нам возят? Почему к нам возят? Я сейчас вам объясню, близлежащий населенный пункт. Вам только что сказали, сколько отходов. Товарищи разговаривали, которые сказали, машины, что именно машины с Тогучина идут. Уважаемые, вот смотрите. Вот, пожалуйста. Только что человек сказал, сколько отходов образуется в Тогучинском районе. Скажите, пожалуйста, вот эти отходы, они бы шли сюда ежедневно, так, не останавливались. Где машины? Где вы видели сегодня машину? Вчера машину видели, чтобы сюда возили отходы. Подождите, я вам отвечу. Хотите? Мы поставим пикеты, и вы увидите. Где эти машины? Где они? Ну, я говорю. Куда отходы деваются? Или вы хотите сказать? Они на наших машинах Тогучинские возили. Подождите. Где они? Вы не хотите слушать меня? Я вот я говорю. Мы поставим пикет и его извините. Вы согласны ваши отходы, которые у нас здесь? Вы там свои отходы храните у себя. Между Тогучином и населенным пунктом Кудрина. Кудрина? Да, 4,5 километра от Тогучина. А через 2 года нас тут завалят по самые... По самые... Откуда нас завалят? Вы летом сюда приедете. Давайте так. Вот это мусор не сместит по поселку. Давайте выберем председателя собрания. Мы в инициативной группе. Мы собирали вот нас инициативная группа. Давайте председателем кого? За долго до нас дошли.
Тоже ничего хорошего. А ты что, никогда подошел? День, я знаю, что такое мусороперерабатывающий завод. 30% все равно идет захоронение. Я тебе попозже. А когда его построят, еще неизвестно. Еще этот мусор разнесет, никакой ограды нет. Давайте дальше. Тихо. Я, короче, сделал обращение. У нас вход, да? Я сделал обращение. Причем, как в селе лекарственное. Президенту Российской Федерации, председателю Госдумы и председателю Совета Федерации. Звучит оно так. Мы, жители районного поселка Горный, Тагучинского района Новосибирской области, против размещения твердых бытовых отходов на полигоне РП Горный, завозимых из города Тагучин и других поселений. Президент Российской Федерации постоянно говорит, что для принятия решений обязательно нужен диалог с народом. С нами кто говорил? Никто не говорил. В газете пропечатали. Месяц на полигон. Вот я вам расчеты сейчас дам. Смотрите, месяц на полигон. Поселка Горном при средней численности жителей 10 тысяч человек вывозится 666 кубометров мусора в месяц. В Тагучине проживает около 23 тысяч. Значит, сколько? 1500 только с Тагучина. 2000 и со всего района. 3000 кубов в месяц на наш этот лог. Теперь смотрите, полигон находится на границах поселения в 400 метрах от жилых домов. Он находится не от границы поселения, а в границе поселения. У нас свалка оформлена, то есть разбежевана, все сделано по закону. Значит, дает основание, Тагучин никто не делал. Сельсоветы не делали, оказывается, мы крайне оказались за то, что мы сделали по закону. Ладно, в границах колония строгого режима, где содержится 1000 человек, воинская часть и Росгвардия. Тараканы, вот я у Пяткина на даче, первая дача на пути. Вот прям идут, вот Иван, где Салмин, через его дачу. Ковром. И к нам крысы, идут ковром. Крысы, кто работал тараканы, в колонии, да, понимает, что да, если в одну локалку дохлая крыса заползет, да, это будет эпидемия, это страшная эпидемия. Кто за это будет отвечать? Полчища крыс и тараканов плывут. Смотрите, согласно Санпина, полигон должен располагаться в 500 метрах от населенного пункта. Согласно, я с этой свалкой бьюсь с 2016 года, как депутат. Помните, мы собирали подписи, когда они горели. Молодцы. Реакция сразу, заливали, правда, бойлерком. Ни одного вызова пожарной машины не было. Но меня это устраивало, их тушили. Нас, как говорится, устраивает. Горные отходы, это пойдет. Смотрите, было Роспотребнадзор приезжал. Смотрите, я вам зачитаю, это все вот президент будет. Это читать заключение, да? У меня вот бумаги все с собой. Роспотребнадзор НЦО номер 11, экспертное заключение, от 17.08.17 года обнаружены максимальные разовые концентрации диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, оксиды углерода. Разовые – это 600 кубов, а когда будет их 3000 кубов, это будет постоянно. В нашем поселке значительно превышен порог заболевания онкологии. Если на полигоне Горного будет увеличен объем вывозимых отходов, то произойдет экологическая несанитарная катастрофа. Вот такие подписные листы расписываются. Джилмассив тоже будет заниматься этим делом. И все эти. В прошлом году я в мае послушал депутатов, послушал администрацию по поводу своей управляющей компании. Меня обанкротили. Мне тоже надо было тогда написать вот туда. И решение было совершенно. Если кому-то надо, у меня это все есть. Теперь вот еще, значит, вот все ответ прокуратуры пришел. Вот мы же кто? Я тут полковник. Ответ, да, если у них нет, они будут наказывать. Теперь смотрите внимательно, вот в силу части 3, частей 3.1 статьи 23 закона номер 458 лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности, то есть про нашу свалку, выданные до июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 января 2019 года. У нас получается свалка уже. А с другой стороны, вот, пожалуйста, дальше читаем. Это энергоресурсы касается. Однако в нарушении вышеназванного законодательства энергоресурс не имеет лицензии по сбору транспортных средств ТБО. Выданную раньше лицензию в настоящее время не переоформлена. Нам возили мусор, а лицензии не было.
Мы, значит, дорогу где-то перешли, не установлены места. Штраф. А у нас государство же вот у нас. Мы же здесь заканчиваете, да? Да. У вас получается с кодом. 64 человека пришло. Обращение есть, протокол составлю. Кто от администрации здесь представитель есть? Замглавы по правовым вопросам, зам по ЖКХ. Эколог района и еще двое. Это из Тагучина? Да, да. Тагучина представитель. У меня вот эта вода уже досталась. А раньше тут законодательство не менялось. Ну вот я сразу хочу сказать, почему мы здесь оказались. Это сход граждан, это поселок Горный. То есть сейчас по новой территориальной схеме к ним тут сюда пошли караваны машин, вывозят мусор. Это вот просто иллюстрация того, как у нас совершенно, значит, келейно сейчас преподносят, как эта мусорная афера пошла по стране победоносной, в том числе у нас в регионе. Ну вот живая иллюстрация того, как люди относятся вот к этим административным решениям. То есть, естественно, они не согласны с этим. И, в общем, тоже теперь еще один очаг у нас, как бы напряжение социального появляется. Вы здесь живете, да? Да, я здесь живу. Какое впечатление, что случилось у вас в поселке? Можете коротко сказать? Зачем вы пришли? Коротко сказать, пришли, чтобы мусор нам сюда не возили. Уже возят? Уже возят, да. И вы против? Да, против. Но у нас же дети здесь живут, здесь же, знаете, и ванина, и все идет. Это все рядом с вашим жильем, да? Ну, конечно, вон она мусорка, вот рядом. Мы прокатимся потом. Расскажите, какая у вас ситуация сейчас? Смотрите, вот это лог. Вот здесь гора была разработана, там жемчужина, говорю, поселка. Там внутри выработан карьер, и там озеро. Чистейшая вода. Там что, запас вот коснись что-то с водой. Можем брать отсюда воду. Это хорошая вода. С другой стороны, вот этот лог идет. Он туда уходит дальше. Вот здесь, от этого места 10 километров вот там поворот. И река, и Иня. Кто ж придумал на горе делать свалку? Нет, а здесь лог был. А, понятно. А уже получилось, да, мы уже с горой сравниваемся. Здесь лог самый. А, вот это просто давно насыпало, да? Вот здание, вот они, видно, бараки стоят. Казань, как назвать. Это вот уже колония. Как раз. Вот она, прямо перед нами, это зона. Это колония, да? А вот там дальше, Росгвардия. Росгвардия расположена. Это все, представьте, табуны вот этих тараканов, крыс, они летом, начинает свалка гореть, они идут в колонию. Идут вот здесь вот частные дома, 400 метров до домов, что говорю. И теперь стали сюда привозить вам... А крыс-то тут, это уже так проходное, нормальное. Да, тут и местные собаки. И вас беспокоит, что к вам стали привозить из Тагучина, да? Да. Это вот вы... Здесь единственный узаконенный. То есть межеванное, все сделано площадка. А, тут... то, что вам не. Вас проблема в том, что единственное законное. Да, никто нигде никогда это не оформлял, вот только у нас единственное оформлено, и стали возить сразу сюда. Ясно. Ну спасибо. В Тагучине была своя площадка. Пойдемте там еще с той стороны колонию, там повыше. Я сейчас просто покажу эту свежую красоту. Свежепривезенный из Тагучина мусор. Бытовой, строительный, всякий. Со всеми прелестями. Птицы, собаки, крысы.